Прежде чем вы узнаете, почему тигры полосатые, огромная просьба, ребят, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Погнали! Тигров узнают по характерным полосам, которые видны на плотном красивом меху. У тигров есть великолепные ярко выраженные линии, которые проходят вокруг тела. Хотя у различных видов рисунок на теле слегка различается, то есть общие тенденции все равно. Основной цвет меха, как правило, золотистый. Полосы от темно-коричневого или серого до черного оттенка. Нижняя сторона туловища у тигра белая. Интересно, что шкура тигра также покрыта полосами. Темнота пигментации кожи кажется напрямую связана с цветом меха. Все тигры уникальны, как и полосы на теле. Каждый тигр имеет уникальный рисунок из полос, поэтому ученые, которые изучают конкретное животное, используют карту полосок для идентификации субъектов. Зоологи провели много лет, исследуя, почему тигры полосаты, и логический ход мыслей привел их к наиболее очевидному ответу. Они не находят другую причину для полос, объясняют ее маскировочным эффектом, который делает тигра малозаметным в окружающем фоне. Тигры – хищники, которым нужно охотиться как можно чаще, чтобы получить достаточное количество мяса для организма и выжить. Природа облегчила им эту задачу. Вопрос, почему тигры полосатые, также связан с фундаментальным вопросом, что едят тигры. Форма и цвет помогают им охотиться и не оставаться голодными. Чтобы было больше шансов поймать добычу, тигры молча подкрадываются к жертве. Такая тактика позволяет им лучше ловить добычу. Если тигры оказываются в пределах 10 метров от животного, этого расстояния достаточно для охотника, чтобы совершить смертельный прыжок. Тигриные полоски помогают как можно ближе приблизиться к добыче и оставаться незаметным. Оранжевая окраска помогает сливаться с травами. Без полос тигры выглядели бы как большой оранжевый шар. Черные полосы нарушают единство цвета и затрудняют обнаружение. Большинство животных в дикой природе не различают цветов и размеров так, как это делают люди. Поэтому животным гораздо легче увидеть один большой и солидный объект. Черные, белые и серые полосы тигров выглядят как тени для некоторых из этих животных, что дает тигру огромное преимущество. Охотничьи навыки, хороший камуфляжный рисунок делают тигра труднозаметным в джунглях. У большинства животных нет шансов выжить, если тигр ищет обед. Краткий ответ на вопрос, почему у тигров есть полосы, в том, чтобы они гармонировали с окружающей средой и имели больше шансов поймать добычу. Всем спасибо, ребят, еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы очень сильно этим поможете.